сожалению, я каждый день вижу практически такое те разрушения, которые есть сегодня в городе Харькове, которые наносит российский агрессор, пытаясь запугать нас, пытаясь запугать людей, но вы видите, что нас не запугать. Если зайдете вовнутрь, увидите, сколько людей, которые сами пришли и сегодня помогают нам устранять все то, что натворили сегодня ночью. И кроме того, вы знаете, что были обстрелы не только здесь, но еще в других районах города Харькова. Всюду мы прибираем, убираем, наводим порядок. Для нас это очень важно. Тут все было в земле. Мы же отмываем. Карнизы вот это все попадало. Спасибо. То, что касается разрушения, одно здание придется сносить однозначно. Второе здание мы посмотрим на конструктив. Я сейчас посмотрел. Наверное, если конструктив не повиден, то это здание мы восстановим. Здесь ЦНАП, где люди получают административные услуги, социальные услуги. Поэтому, конечно, это ужас, который сегодня творят россияне по отношению к Украине, к украинскому народу. И начиная с первых дней войны, я говорил, что это геноцид против украинского народа. Это еще одно доказательство тому, что я говорю. Переключаем сейчас, задвижку меняем, там и гидрант попал, и это штаб. Вот, прямо в колодец. Они уже везут материал, металл везут пленку.